на этот раз у нас не совсем обычный самолетный имитатор. Это сборник имитаторов лучших самолетов всех времен и народов. Но где еще вам удастся полетать на Softbiz Camel выпуска 1917 года? Только в игре «Воздушная дуэль. 80 лет борьбы в воздухе» фирмы «Microprose». Этот сборник включает в себя имитаторы лучших самолетов, выпущенных за всю историю развития военной авиации. Здесь есть и самолеты Первой мировой войны, знаменитый Camel и Фокер, развивающие скорость до 150 км в час, самолеты Второй мировой войны, грозные Мессершмитт и Спитфайр, а также более современные модели МиГ-15, Фантом-4, МиГ-21, Харриер, Мираж, F-16 Фалькон и МиГ-23. В этой игре вы сможете попробовать в действии все эти модели. Игра «Воздушная дуэль» примечательна тем, что помимо участия в традиционных для самолетных имитаторов миссий, вы можете вступить в атаку с другим самолетом или даже, выбрав режим исторической мистификации, попробовать уничтожить быстрый фантом с помощью Мессершмитта. Но на самом-то деле интереснее поступить по-другому — сесть за штурвал МиГ-23 и вести сражение с неповоротливыми и неторопливыми фокерами. Эта игра может управляться при помощи джойстика из клавиатуры. В последнем случае вы перемещаете самолет с помощью клавиш управления курсором, переключаете точки зрения функциональными клавишами от 1 до 10, выбираете доступное вашему самолету вооружение клавишей «ввод», а стреляете по противнику клавишей «пробел». Практически все современные модели самолетов оборудованы катапультой, так что если вы почувствуете, что не в силах управлять подбитой машиной и исход воздушного боя предрешен, то нажмите клавишу Ctrl-E. Миссии, предлагаемые в этой игре, разделены по историческим конфликтам. Это Первая мировая война, Вторая мировая война, Корея, Вьетнам, Фолклендские острова и Сирия. В эпоху Первой мировой войны вам предстоит защищать или атаковать окопы в Северной Франции. В эпоху Второй мировой войны сражаться над Ла-Маншем. Современные боевые миссии перенесут вас в Южную Атлантику, на Ближний и Дальний Восток. В каждом режиме вы можете выбрать модель самолета, тип вооружения, пулеметы, пушки, ракеты, а также задать множество параметров игры. Фирма Microprose является одной из ведущих в разработке имитаторов. За время существования фирмы было выпущено более 30 различных игр, посвященных боевым самолетам. Но этот имитатор уникален в своем роде. Вы имеете возможность пилотировать более 15 лучших моделей самолетов всех времен и народов. Для этой игры требуется процессор 386 и выше, 1 мегабайт памяти.